Данная муниципальная программа занимает центральное место в финансировании, так как предусматривает расходы на содержание районных муниципальных образовательных организаций и управления образованием. На реализацию данной программы на 2021 год предусмотрено 420 969,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 153 целых 9 тысячи рублей, за счет средств краевого бюджета 252 миллиона 668,3 тысячи рублей и за счет средств районного бюджета 154 миллиона 753,4 тысячи рублей. Внебюджетные средства составляют 2 миллиона 394 тысячи рублей. Под программой развития дошкольного общего и дополнительного образования детей предусмотрено финансирование в объеме 407 миллионов 379,8 тысячи рублей. Данные средства направлены на финансирование дошкольного образования. Расходы предусматриваются на содержание 8 дошкольных учреждений. Количество детей, посещающих детские сады по состоянию на 1 октября 2020 года, составляет 536 человек. А расходы составляют 118 637,9 тысячи рублей. Что касается общего образования, это содержание 12 школ. Количество обучающихся в них в 2020-2021 учебном году составляет 1674 человека. Также данные под программой предусматриваются дополнительное образование детей. Оно представлено муниципальным казенным учреждением детско-юношеский центр. Средства на обеспечение деятельности данного учреждения предусматриваются в сумме 3 909,2 тысячи рублей.